Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео посмотрим цену на пневматический степлер с клещевым упором MIT P88U из магазина AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео. Нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуально на 28 февраля 2019 года. Стоит такой инструмент $203.50. Доставка в Россию платная. $31.89. Ну вот в чем здесь клещевой... А, есть видео. Вот видео посмотрите, все будет понятно, да? Потому что вот этот упорчик получается, ты заставляешь его, и он упор получается у вас. Ну, по видео все поймете, просто я не буду это показывать. А посмотрим стоимость доставки в другие регионы. Для России, как я уже говорил, $31.89 стоимость доставки. Теперь Беларусь $54.26 и Казахстан $38.39. А теперь Украина $54.26. То есть все понятно, сколько это будет стоить. Тут плюсуем $203.50. Каждый регион индивидуально. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.